Женщина приходит к врачу, вся избитая, в синяках, в гематомах. Врач-то посмотрел на нее. Ого, а где же это вас так угораздило? Что упали, да, разбились? Она: нет, нет, доктор, у меня тут такая серьезная семейная драма. Понимаете, дело в том, что когда мой муж приходит, пьяный, он начинает меня избивать и руками, и ногами, и по полу катает. Я не знаю, добивать до крови, что мне делать? Он: у меня есть средство. Значит, приходите домой, заваривайте настой ромашки и приготовьте стаканчик перед тем, как он придет. Когда муж ваш заходит, вы сразу берете этот стаканчик и полощите рот. Она: и все? Да, да, вот сделайте все, что я вас прошу. Ну, женщина ушла, проходит неделя, проходит вторая, возвращается на врачу. Такая радостная, счастливая: врач, боже мой, спасибо, вы мне спасли жизнь, я буду на вас молиться, вы мне так помогли. В жизни никогда не думала, что ромашка, вот этот настой ромашки может так помочь. Он говорит: да дело не в настой ромашки, просто иногда нужно уметь помолчать.